февраля. Как вы видите, погода сегодня пасмурная в Арабских Эмиратах. Последние два дня солнца практически не видно. Температура воздуха плюс 25 градусов. Немножко парит, я бы так сказала. И, вы знаете, вчера была практически песчаная буря, и позавчера песок стоял в воздухе, то есть очень как бы было неприятно. Вся машина у меня в песке, честно надо сказать. Но вот сегодня уже погода налаживается, песок немножко осел, возможно, даже будет дождь. Но, как говорится, поживем, увидим. Я сейчас проезжаю Global Village, всемирную деревню. Я обязательно сюда вернусь, может быть, на этой неделе или на следующей, потому что туристов сейчас пока немного, как раз будет время у меня посетить всемирную деревню. Я уже делала в этом году видео из Global Village, но посетила я здесь далеко не все павильоны, поэтому мне очень хотелось бы сюда еще раз вернуться до закрытия. Global Village, скорее всего, закроют 1 апреля, возможно, немножко продлят, где-то до 10 апреля, до 14 апреля. Но в любом случае хотелось бы мне еще раз сюда съездить до того, как всемирная деревня будет закрыта. Поэтому ждите либо на этой неделе, либо на следующей. Обязательно будет еще один репортаж из Global Village. Причем каждый год всемирная деревня становится все интереснее и интереснее. И надо сказать, что в этом году она мне понравилась гораздо больше, чем в прошлом. Чуть дальше с правой стороны от меня AMG парк. Парк развлечений. Вот видео из этого парка у меня еще нет, потому что я, честно говоря, сама еще в нем даже и не была. Но, наверное, ближе к лету постараюсь сделать, когда уже будет жара, когда уже можно будет ходить только по паркам, по закрытым паркам. Я, наверное, все-таки этот парк обязательно посещу и сделаю для вас видео из этого парка. А решила показать вам еще один новый район, Falcon City of Wonders, который строится здесь, рядом с улицей Мухаммеда бин Заида. То есть вы видите вот здесь вот на плакатах, что же будет здесь. Тренажерный зал, бассейны, комьюнити-центр, комьюнити-клаб. Дело в том, что здесь будут все чудеса света, которые есть. Причем я смотрю, что здесь уже виллы моют. Видимо, люди уже даже заезжают и живут здесь. Я, собственно говоря, давно собиралась заехать в этот район. И вот если бы сегодня мимо не проезжала, то, наверное, так бы сюда и не заехала. Сейчас у секьюрити спрошу, можно ли будет проехать по району. Hi. I'm just looking for this area, so can I just have a look and come back? But thank you. Here is sales office. Where is the sales office? Sales office inside the medical center near the masjid. On the street, right? Yeah. I will pass by them. Yeah, I'm just interested in the villas and whatsoever. Thank you very much. Security разрешил мне сюда проехать. Ой, посмотрите, как здесь красиво. Как здесь нереально красиво. То есть этот район мне тоже очень даже нравится. Посмотрите, какие хорошенькие здесь домики. Очень все чисто. Очень зеленый район. Просто красота. Ну, я смотрю, люди уже здесь живут. То есть я даже на последней выставке недвижимости, которая проходила в Дубае, видела, как продавали этот проект. Конечно, его обещали тоже сдать раньше, но вот сдают уже сейчас, как я вижу. Ну, райончик очень даже такой красивый. Виллы очень интересные, вот посмотрите. То есть мне нравится. Смотрю, детские горки еще тут во дворах стоят. Очень красивый район. И очень красивые виллы здесь. А про стоимость вилл скажу вам чуть позже, когда узнаю ее. Причем, смотрите, виллы разные по цвету, разные по дизайну, как вы видите.
Вот детская площадка здесь в районе, современная. Нет, мне однозначно нравится этот район. Очень красиво здесь. Так, голубые виллы я вам показала, серенькие показала. Вот здесь вот бежевого цвета виллы. Вот знаете, сегодня, если бы я не отправилась в Караник парк, я, наверное, бы и не заехала в этот район. Главное, что очень много зелени. То есть район очень зеленый, чем-то напоминает мне район Альбарари, о котором я делала видео. Нет, очень красивый район, и очень здесь все здорово сделано. Сейчас я просто проеду немножко по этому району, покажу вам, какого дизайна здесь есть виллы. Вот здесь какой-то тоже новый современный дизайн, такой интересный. Прямо сейчас я вам покажу. Развернусь чуть-чуть камерой к ним. Очень красиво. Смотрю, таблички висят for sale, то есть продаются здесь виллы, номер телефона написан. Сейчас, наверное, я, ребят, развернусь, там за мной товарищ один едет, он мне мешает снимать. Потому что ему нужно быстрее выехать, а мне, как сами понимаете, выехать быстро не нужно, потому что я здесь рассматриваю все вместе с вами, катаюсь, фонарики вот очень красивые на доме. Поэтому мне отсюда быстро выезжать вроде как бы и не нужно. Очень интересный дизайн у вилл. Я просто в восторге. Сейчас еще сверну на соседнюю улицу, посмотрю, какие там есть виллы. Причем я когда проезжала, то я думала, что этот район еще строится, и здесь как бы еще ничего не готово. А вот сейчас, когда свернула и посмотрела, оказывается, большинство вилл здесь уже готовы. Все в зелени. Ребят, очень красиво вообще. Цветы кругом, зелень. Просто роскошный район. Кто-то мне там пишет на Инстаграм, я потом отвечу, потому что сейчас пока рулю и вместе с вами рассматриваю этот район. Не обижайтесь, что у меня телефон постоянно позвякивает. Сейчас я, наверное, звук выключу, чтобы он мне не мешал записывать для вас видео. Очень красивый район. Прям восторг, восторг, восторг. Дизайн вилл мне очень понравился. К сожалению, я не была внутри, поэтому ничего не могу вам сказать о том, что находится внутри. Что-то дождик накрапывать стал. Вот, внутри вилл я еще не побывала. Но сегодня, в принципе, обещали дождь. И вот уже первые капли мне упали на стекло, надо сказать. Это, конечно, обидно, потому что я записываю видео, но вроде он пока мелкий, поэтому будем надеяться, что быстро закончится. Но здесь прям вот нереально красиво. Очень красивый район, очень зеленый. Да, стекло, наверное, сейчас будет грязным, и поэтому не знаю даже, насколько хорошо запишется это видео, но будем надеяться, что все-таки что-то вы увидите даже через грязное стекло моего автомобиля. Потому что дождик вот накрапывает, так потихоньку капельки мелкие падают мне на стекло. И тучи, кстати говоря, черные висят сегодня с утра. Территория проекта Falcon City of Wonders, который станет частью грандиозного проекта Dubai Land, с высоты птичьего полета будет похожа на очертания сокола, одного из символов Объединенных Арабских Эмиратов.
Общая стоимость проекта составит 5,5 миллиардов дирхамов, около 1,5 миллиардов американских долларов. В Соколином городе чудес будут воссозданы все лучшие творения человечества от древности до наших дней. Наряду с египетскими пирамидами в натуральную величину здесь появится Эйфелева башня, висячие сады Вавилона, Тадж-Махал, Пизанская башня, Александрийский маяк и прочие диковинки. А Великая Китайская стена будет опоясывать огромный парк развлечений. Интересно, что многие чудеса света будут не просто выставочными экспонатами. Например, под сводами Большой пирамиды из Гизы будут скрываться жилые апартаменты, офисы и магазины. Сады Вавилона станут домом для эксклюзивных пентхаусов, бутиков, кафе и ресторанов. В Александрийском маяке гостиницы можно будет снять номер и побродить по извилистым галереям в поисках выгодных покупок. Тадж-Махал, конечно, станет роскошным отелем, а Эйфелева башня – жилой резиденцией класса люкс. Вот так будет выглядеть этот район, когда он будет полностью достроен. Ну а пока на макеты можно полюбоваться в офисе по продажам. В египетских пирамидах будут располагаться шикарные отели, и там же можно приобрести квартиру и сдавать ее как номер в отеле. Мне удалось посмотреть, как будут выглядеть 5- и 6-бедрумные виллы в этом районе. То есть виллы с 5, либо с 6 спальнями. Снимать видео мне не разрешили, но фотографии в этой вилле я сделать успела. И поэтому смотрите внимательно, сейчас вам удастся увидеть все комнаты в этой вилле. Большой магазинчик, куда я сейчас и хочу зайти. Sorry. В общем, как оказалось, магазин этот работает, он достаточно большой, все, что нужно для жизни, вы в этом супермаркете найдете. Так что люди в этом районе уже живут,
и огромные супермаркеты здесь уже тоже есть. Ну, в общем, дорогие, цены я узнала. То есть сейчас в этом проекте, вот то, что вы сейчас видели, здесь уже все продано. Но, соответственно, есть виллы в другой немножечко стороне, которые будут готовы в 2022 году. Семь чудес света здесь тоже будет, пока они еще не готовы, но со временем, соответственно, они будут построены. Вот, что еще здесь можно увидеть? Да, цены на виллы. Значит, виллы 5 спален, начиная от 3 200 000 дирхамов. Виллы 6 спален, начиная от 4,5 миллионов. В общем, цены здесь такие. Есть payment plan, то есть план рассрочки. Где-то примерно он дается на 4 года. Более точно смогу сказать, когда получу все это на свою почту и уже буду точно знать. Ну, в общем, как-то так. В общем, район Falcon City of Wonders мне безумно понравился. Я обязательно вернусь сюда, когда все чудеса света будут уже построены. Поброжу по египетским пирамидам, взберусь на Эйфелеву башню, сфотографируюсь около Китайской стены и посмотрю висячие сады Вавилона. И обязательно в следующем моем видео об этом районе я вам все это покажу. У меня на сегодня все. С вами была Елена Шарова из Дубая, канал «Секреты Эмиратов». Желаю всем хорошего дня и отличного настроения. И желаю вам обязательно приехать в Дубай и посмотреть все чудеса света в одном месте. В Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах.